Погода в доме, да, очень важна. И сегодня я бы хотел пожелать, чтобы в вашей семье всегда царила любовь, уважение. Проект – шаг к тому, чтобы люди, чьи возможности здоровья ограничены, не закрывались у себя в домах, а общались, получали положительные эмоции. Его участники – семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Это направлено для того, чтобы социализировать наших бавлинцев. Поэтому не замыкайтесь только в себе, не замыкайтесь только в своих вопросах, в своих проблемах. Почаще посещайте вот такие мероприятия, почаще общайтесь, и я думаю, в результате этого мы приобретем еще больше друзей, больше наставников, больше товарищей, просто коллег по общению. Проект состоит из нескольких этапов. В его рамках предусмотрены тренинги, совместные тренировки, познавательные лекции, мастер-класс по рыбной ловле. В процессе проекта семьи будут составлять и учиться презентовать свою работу, свою деятельность, выявлять сильные и слабые стороны во взаимоотношении. Ну, в целом, я считаю, что очень хороший проект, и мы сможем помочь еще большему количеству людей. После презентации проекта участников пригласили на импровизированное озеро. Семьи из Бавлов и соседних городов попробовали поймать рыбу с помощью развивающей игры. Они рассказывали о себе и совместных увлечениях. На самом деле очень даже интересно выходить именно семьям, детям из своего, как говорится, уголочка, да, то, что все вместе общаются, все вместе развиваются, каждый показывает какие-то свои новые таланты. Это очень даже интересно и познавательно будет. Также и детям нашим будет интересно, конечно же, выход именно в природу. Проект будет реализовываться в течение 2,5 месяца. Организаторы уверены, он поможет участникам научиться работать в команде, слушать и слышать друг друга, укрепить отношения в семье. Проект очень интересный, сближает нас, нашу команду. Мне кажется, мы становимся ближе, веселее и очень даже интересно. Завершением проекта станет чемпионат по ловле рыбы на водоеме Бавлинского района. Такое мероприятие поможет участникам с пользой и интересом провести время в кругу семьи. Айгуль Диатуллина, Булат Миязов, БРТ.